22 июня – день начала самой кровопролитной и жестокой войны в истории нашей Родины. В 4 часа утра немецкие войска вероломно напали на Советский Союз, на ближайшие 4 года повергнув страну в хаос и разруху. В день начала Великой Отечественной войны по всей России люди принимают участие в акции «Свеча памяти», чтобы отдать дань уважения людям, положивших свои жизни на алтарь победы. Акция прошла и в Северском районе. В 4 часа утра, несмотря на проливной дождь, у мемориала «Вечный огонь» собрались жители, чтобы почтить память погибших в этой войне. Если мы будем передавать все то, что они передавали наши деды и прадеды, нашим детям и внукам, пока мы будем помнить это, мы не допустим, чтобы это вновь повторилось. Вечная память тем героям, которые пали на полях сражения, защищая нашу Родину, нашу отчизну, свободу нашу. Слава героям! В память о героях собравшиеся возложили цветы и расставили свечи. С того момента прошел 81 год, но будущие поколения никогда не забудут подвига народа-победителя.